Привет! В этом видео будет эпохальный разбор на Ризм, и для этого нам надо открыть блендер. Чтобы взять модель, на примере которой я буду вам все показывать, я буду пользоваться мостом, который позволяет мне перекидывать сразу из блендера в Ризм. Если у тебя нету моста, можешь воспользоваться вот этой вкладкой «Загрузить», «Загрузить CUV», «Перезагрузка», «Перезагрузка CUV». Я не буду заострять особое внимание на навигации, потому что она стандартная, такая же, как в Marmoset, как в Substance Painter. Кроме того, у меня она вообще другая, потому что из-за особенностей своей мыши мне пришлось ее поменять. Чтобы посмотреть, за что отвечают какие клавиши, и также поменять навигацию, мы заходим в Edit, Keyboard Mouse Customizer. Здесь мы можем посмотреть, за что отвечают какие хоткеи. Также, если нам удобна навигация того софта, в котором мы работаем, мы можем его выбрать здесь. И навигация станет максимально приближенная к тому, что мы здесь выбрали. Чтобы начать нам что-то выделять, нам нужно выбрать что. Для этого у нас есть вот эти вот кнопочки. Вертексы активируются на F1, Edge на F2, полигоны на F3 и UV Shell на F4. Также нам может понадобиться F5, это управление чем-либо при помощи гизмы, и кнопка Q, которая возвращает нас на обычное выделение. Теперь давай перейдем вот к этому окошку. Если у тебя маленький монитор, то можешь нажать I и тем самым увеличить эту область. Нажав I еще раз, ты возвращаешься в исходное состояние. Если же у тебя будет растянутый экран, то при нажатии Ctrl-I ты будешь переключаться между окнами. Если ты хочешь, чтобы твой объект был как хорошая недвижимость, а именно в центре, нажми A. Если ты хочешь приблизиться к чему-то конкретному, нажми F. Также здесь есть вот эти кнопочки. Изоляция, спрятать и показать. То есть изолировать I, спрятать H, и вернуть все на место, показав Y. Теперь можем перейти к инструментам, которые напрямую влияют на развертку. Двойным кликом мы можем выбрать какой-то луп, нажать C, то есть разрезать, сделать шов. Чтобы выбрать что-то по кратчайшему пути, нам надо выделить один edge, зажать Shift и провестись до второго нужного edge. Допустим, нам здесь шов не нужен. Нажимаем W, и мы сшили. Если нас все устраивает, мы можем нажать U, то есть Unwrap, развернуть, O, Optimize, оптимизировать, и P, то есть Packing, запаковать. Допустим, нам нужно увеличить какой-то UV Shell. И если мы выберем все и запакуем, он вернется в свою исходную позицию. А что нам делать, если нужно сохранить масштаб этого шелла? То вместо того, чтобы нажать P, мы нажмем Shift-P, и все запакуется с учетом масштаба. Что касается самих клавиш, то вот здесь находится вот это вот Unwrap, Optimize, и тут P и Shift-P. Также в этой вкладке находится еще одна полезная фишка, а именно Constraints. Если у нас есть какой-то цилиндр, который, ну вот, не хочет он никак становиться впрямую, мы можем выбрать Edge, которые будут горизонтальными, и нажать Alt-T. А теперь можем выбрать эджи, которые будут горизонтальные. И теперь, разворачивая вот эту модель, мы будем превращать ее в прямоугольник. Чтобы убрать какие-либо констрейты, достаточно нажать просто Alt-Shift-C. Сразу обозначу, что констрейтами мы пользуемся не всегда, а только в том случае, если Ризм не хочет автоматически правильно разворачивать то, что нам нужно. Если мы будем рассматривать вот эту вкладочку, то все, что нам здесь понадобится по большей части, это P, то есть Packing, про то, что я говорил, и Shift-P. Также может понадобиться разрешение текстур. Если рассматривать дальше вот это окошко помимо P и Shift-P, мы можем обратить внимание на разрешение текстур, а также на отступ от UV-мапы и между UV-шеллами. Причем прошу обратить внимание, что при изменении значения
тут автоматически все подстраивается. К этой вкладочке мы вернемся чуть позже, скроем ее, просто нажав, и подойдем к группам, раскрыв их тоже просто нажав. Если тебе нужно, чтобы какие-то UV-шеллы были рядышком, ты можешь создать из них группу, просто клавишей G. И если тебе вдруг по каким-то причинам не хватало питомцев в жизни, то ты эту группу можешь даже как-то назвать. Для этого нажимаем клавишу Rename и пишем, допустим, шарик. Только учти, что Rhizom не воспринимает русский шрифт, а поэтому выберем что-то более англоязычное. Продолжая работу с группами, разберем оверлапы. Чтобы их создать, нам надо нажать эту кнопочку, либо Shift-Alt-G. И теперь нам нужно расположить эти оверлапы в одном месте. Для этого у нас есть вот эта панелька. Честно скажу, что каждую кнопочку здесь ты должен потыкать самостоятельно, и только тогда ты поймешь, что за что отвечает. Единственное, что знает, что вот это выравнивает UV-шеллы. Здесь находится отражение UV-шеллов, здесь расположение их относительно друг друга. Есть еще пару полезных клавиш, но к ним мы вернемся чуть позже. Итак, что нам нужно? Во-первых, отразить этот объект. Сделано. Теперь нам нужно его повернуть. Для этого воспользуемся вот этими клавишами, которые отвечают за вращение, и расположим их в одном месте. То есть выделяем и пользуемся вот этой вкладочкой. Все, мы их расположили в одном месте. И нажимаем P. И вот у нас готовый оверлап. Если у тебя что-то не стыкуется, возможно, все дело вот в этой вкладочке. Часто такое бывает, что когда она выключена, оверлапы не срабатывают. Теперь нам нужно UV-шелл подвинуть на один UTM в сторону. Когда у нас один оверлап, мы можем просто кликнуть на UV-шелл, не испытав при этом никаких трудностей, и переместить его. Но если у нас их много, то мы можем просто воспользоваться вот этой клавишей и с Ctrl плюс Shift убрать не нужно. Теперь, чтобы подвинуть оверлап четко на единицу, мы можем воспользоваться вот этими значениями, просто вписав вместо нолика единичку, а можем зажать Shift и стрелочку в бок. Чтобы удалить группу, нам надо просто нажать Ctrl-G. Все, мы удалили все группы. И теперь запаковав и, конечно же, отразив, мы получаем обратно нашу картину. Хочу отметить также пару кнопочек, которые здесь находятся. Если ты пользуешься хард-эджами, либо смуз-группами, то здесь вот это есть вкладочка, которая автоматически выделяет тебе все эти группы. Сразу скажу, что при импорте оно работает не совсем корректно, но 80% работы своей и правда делает. Также в этой вкладке хочу обратить внимание на вот эти клавиши. Если у нас есть какой-то цилиндр, который нам нужно превратить в прямую, и на нем адекватная геометрия, в принципе, мы можем воспользоваться этими клавишами. Думаю, картинка объясняет все за меня, что они делают. Если нам хочется воспользоваться хоткеями, пожалуйста, Ctrl-Shift-V — это выпрямить вертикально, Ctrl-Shift-H — это выпрямить горизонтально. Также здесь находится вкладка, которая позволяет нам выбирать похожую геометрию. На Edge'ах, сразу говорю, она работает не совсем корректно, но, допустим, нам надо выделить вот эти Edge'и с этой стороны, мы нажимаем Alt-C. Вот это регулирует, насколько должно быть точным совпадение. Если 99, то есть почти 100%, то есть шанс, что ничего не получится. При слишком низких значениях есть шанс выделить много чего лишнего. Если у тебя это не работает, поменяй вот здесь вот режим. Отлично это показывает себя при работе с UV-шеллами, если, допустим, у тебя огромное количество одинаковых болтов. И чтобы не выделять их всех, можем просто выделить один какой-то объект, нажав Alt-C, выделяется все похоже. Теперь давай вернемся вот к этой вкладке. Из всего, что здесь представлено, тебе нужно знать только качество упаковки и сколько раз это будет происходить. То есть мы ставим 16, 16 раз она будет на настройках ультра все это паковать и потом выберет самый оптимальный вариант. И здесь мы просто ставим те градусы, на которые мы позволяем нашим UV-шеллам вращаться при упаковке. Вот и все, что тебе нужно для комфортной работы в Rhizom. Я, конечно, мог бы растянуть ролик еще больше, сказав, что Ctrl-S это сохраняться, Ctrl-Shift-S это сохранить как. Ну, камон, ты это и так прекрасно знаешь.
Так что видео подходит к концу. Подпишись на мою арт-станцию, если не влом. Ссылка будет внизу. И там же будет ссылка на мой Discord-канал. Еще увидимся.